Привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре «Мой говорящий Том». И в прошлой части по просьбам подписчиков мы надевали на нашего Тома вот такую вот забавную кибершеть. Сегодня мы тоже будем одевать согласно ваших отзывов в комментариях и надеюсь, что мы достигнем все-таки 380 уровня. Что ж, друзья, отправляемся с вами в гардероб и меняем шортку. Опять же, благодарю за ваши отзывы в комментарии. Трое подписчиков попросили, чтобы я одел нашего Тома в костюм рэпера, и первый из подписчиц, именно Валерий Гусел, попросила, чтобы я надел тигриную шорстку, а вот Роза Геннадьевна попросила, чтобы я передал привет. Большущий привет от нашего котика Тома всем нашим подписчикам и зрителям, и особый привет Розе Геннадьевне. Ну а сейчас давайте-ка найдем костюмчик тигра, вернее шорстку тигра, и будем искать костюм рэпера. Ну и причем, друзья, вот я вижу, глазки тоже было бы здорово убрать. Убираем киберглазки, и у нашего Тома вот такая вот забавная шерстка тигра. Ну а сейчас давайте-ка поищем костюм рэпера. По-моему, там черная кожаная куртка, если я не ошибаюсь. Так, где же наша куртка рэпера? Ага, друзья, я ошибся, прошу прощения. Костюм рэпера — это вот такая вот медалька, медальон плюс вот крутая вот шапочка. Ну, как-то так. Отлично. Итак, давайте-ка посмотрим, как это все выглядит. Ну что ж, круто, здорово, но наш кот Том, рэпер, очень захотел в туалет. Ну, пускай идет. Кстати, было бы здорово вот сделать современный интерьер, если получится. А ну-ка, давайте-ка, друзья, я попробую это сделать. Итак, ванная комната. Сразу же сделать современный интерьер. Кстати, друзья, я еще вот ни разу так не пробовал, чтобы вот во время того, как Том ходил в туалет, мы меняли интерьер. Ну, давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Итак, удалось мне сделать современный унитаз, дверку, коврик, вот еще плитку. Попробуй найти современные обои и по-моему, все. Да. Итак, да, вот современный, кстати, во время вот его дел удалось это сделать. Ну что ж, здорово. Кстати, давайте-ка я еще помою. Надеюсь, нам до этого докинут баллов, и он сможет все-таки перейти на 380 уровень. Да, прошу прощения, вот прошлые несколько видео, что-то у меня были сбои с тем, как переходить на новые уровни. Ну, надеюсь, сегодня мы это сделаем. Итак, да, давайте-ка еще внесу сразу же изменения и вот в гостиную. Вот сделаем все в современном виде. Итак, современный телевизор. Нужен современный коврик. Да, вот он. Нужен современный паркетный пол. Отлично. Было бы здорово поменять кресло. Да, современное кресло. Вот карту мы меняем на современную полку. И обои мы тоже сейчас изменим. Вот, супер. Итак, современные обои активировали, и все выглядит круто, достойно, здорово. Ну что ж, рэпер получился то, что надо. Вот, можем даже его погладить. Ага, друзья, не гладится, он голодный. Уж прежде чем внести изменения, его надо покормить, иначе ничего не получится. Итак, галактический стол трон я меняю на современный стол. Вот так. Отлично, плитку мы тоже меняем. Вот на современные обои. Вот и криокамеру мы поменяем на современный холодильник. И что у нас с окном? Вот видно город. Смотрите, какое классное окно. Просто фантастика. Ну что, просто супер. Итак, гостиная, кухня, ванная комната. Мы внесли изменения, а вот спальню мы не вносили изменения. Но как бы не критично. Сейчас мы все внесем. Итак, галактическую капсулу я меняю на современную кровать. Вот постельное белье тоже попытаемся сейчас сменить. Вот просто здорово. И лампу мы тоже попробуем поменять на что-то необычное, современное. Вот все у нас пока здорово получается. Итак, вносим изменения в обои. И золотую плитку я меняю на современное искусство. Вот просто супер. Ну а сейчас давайте-ка, друзья, покормим нашего Тома. Кстати, он попросил там бананы. Вот, ну я посмотрю, что ему дать. Вот, кстати, пусть есть бобы. Вот посмотрим, как он пукает. Итак, Томушка. Вот так жутко это все происходит с зеленым цветом. Вот, кстати, давайте-ка дам ему еще перчика. Вот, посмотрим, как он дышит огнем. Превращаем кота Тома в дракона.
Вот. И сейчас еще найду. Кстати, он хотел банана. Он хотел банана, дадим ему банана. И еще хотел бы дать вот это волшебное зелье, которое превращает котика в какого-то нового героя. Итак, не хочет ни в какую, ну, возможно, в конце видео. И да, друзья, сейчас я просто погладю нашего Тома, и он перейдет на новый уровень. Буквально, смотрите, капелька получается. И так поднимается настроение нашего котика. И да, вот во время поглаживания удалось его перевести на 380 уровень. Ну, просто-просто супер. Итак, день рождения. Вот сняли костюм рэпера, но тигриная шерстка, как видите, осталась. Вот, просто-просто фантастика. Очень круто, очень здорово. Ну что ж, просто чудесно. И нам осталось только посмотреть, какие же сегодняшние задания есть у нашего котика Тома и попробовать их выполнить. Итак, первая задача вот сыграть в прыжки Тома, причем набрать достаточно большое количество кубков. Но это как бы не проблема. Итак, берем магнитик, чтобы он притягивал монетки, и движемся все выше и выше. Вот. Ну что ж, первый ключ мы собрали с вами просто шутя. Вот, хотелось бы еще выше собраться. Вот, ну давайте-ка как-то вот так. И да, вот появились шипы. Вот чудом выживаю, но думаю, друзья, на этом уже давайте-ка закончим. В принципе, мы сегодняшнюю миссию уже выполнили, собрали ключ. Можем, конечно же, пойти вверх. Да, друзья, если вам это интересно, пишите в отзывах, в комментариях. Я попробую в следующих видео вот выполнить вашу просьбу. Вот, и сыграть какую-то новенькую игру. Ну, думаю, пока этого будет, друзья, достаточно. Да, вы видели, кстати, при помощи шлема я разбил колесо. Вот шлем, кстати, довольно-таки неплохо защищает нашего героя. Итак, первую миссию мы прошли без проблем. Вот что у нас со второй? Итак, игра память. Вот здесь все тоже довольно-таки просто. Нужно вот запоминать, где какие вот вкусняшки, и их активировать. Вот грибочки я заполнил. Вот, надеюсь, что угадаю клубнику и еще суши. Вот, ну что ж, да, эту миссию мы тоже вот выполнили просто без проблем. Ну, как-то так. Что ж, здорово. Итак, второй ключ собран. Выходим из игры и посмотрим, какую же следующую миссию назначили для нашего котика Тома. А следующая миссия – это игра соединения. Довольно-таки необычная и прикольная игра. Я ее, в принципе, довольно-таки люблю. Вот, нравится. Успокаивает. И вот так как-то вот так соединяем. Хотя с каждым уровнем становится все сложнее, но тем не менее, вы видите, эту задачу мы выполнили буквально шутя за несколько секунд. Вот я думаю, друзья, давайте-ка мы еще вот завершим этот уровень и на этом уже закончим. Ну, еще один. Вот игра довольно-таки увлекательная. Вот все мы это проделаем за несколько секунд. Ну что ж, думаю, на этом остановимся. Супер. Ну что ж, переходим к следующей миссии. А следующая миссия — это у нас вот нужно взрывать шарики. Да, друзья, вот просит зелье бодрости, что-то наш котик подустал, но как бы не критично. Итак, взрываю зеленые шарики. Вот здесь надо собрать большую комбинацию разных цветов, тогда вот нам дадут либо бомбочку, либо какую-то интересную взрывчатку. Вот попробую соединить красненькие, и пока не получается. Вот, возможно, зелененький убрать. Вот, ну, тоже как-то не очень здорово получилось. Вот, не могу пока соединить красные. Но что сумею, то смогу. Вот пока как-то так. Да, вот смотрите, классная цепочка из фиолетовых шаров. 6 шаров. И да, появляется бомба. Подрываем. Отлично. Итак, еще попробую. Не получается. А если вот так? Да, вот. Итак, цепочка из 6 шаров, но никакого бонуса нам не дают. Маловато оказалось. Маловато, ну вот убираем. И да, друзья, вот один из, четвертый ключ собран. И как бы мы с вами уже выполнили эту задачу. Вот еще одна бомбочка, давайте-ка ее подорву. Вот чем больше, кстати, шаров, кто не играет в эту игру, подскажу, тем больше интересные здесь плюшки, взрывчатка. И вот для уничтожения шарика выпадает особых ингредиентов. Ну, сейчас я этого сделать не могу. Вот пятерку шариков — это мало. Нужно больше 6. Вот, и чем больше шариков, тем больше интересные плюшки. Ну, пока на этом, друзья, я думаю, мы с вами остановимся. Вот, очередной ключ мы с вами собрали, миссию выполнили. И как бы вот все задачи сегодня совершили, осталось только собрать награду.
А наша награда – это зелье бодрости. Просто супер. Ну что ж, друзья. Итак, сегодня, я считаю, мы неплохо с вами сыграли. На этом я уже буду прощаться. Ну а вы, конечно же, подписывайтесь в отзывах, в комментариях. Пишите в отзывах, вот понравился ли наш котик, какого вы хотите увидеть в следующей шести, с каким костюмчиком. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну и, конечно, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч. И да, пожалуйста, поддержите канал своими подписками, лайками, вот и нажатием на колокольчик. Всем пока, друзья, до новых встреч!